страшное испытание легли на плечи советского народа в годы Великой Отечественной войны. Огромную работу в эти тяжелые годы выполняли работники железных дорог. В сложных условиях по стальным магистралям передвигались эшелоны войсками к фронту, а мирное население эвакуировали в восточные районы страны. В 1970 году, 1 августа, была открыта крупнейшая сортировочная станция Орехово-Зуево. И так как в этом году великая дата, 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне русского народа над фашистской Германией, в зимнее время суток нельзя было включать освещение, фонари и так далее. И команды подавались звуковыми сигналами, свистком, флажком и так далее. Такими вот свистками и флажками. В Сибири доставляли груз, уголь, дрова и другие народохозяйственные грузы, чтобы помочь столице нашей родине Москве выжить в этих сложных условиях, потому что к Москве подошли немцы очень близко, поэтому бомбежки в Москве были и голодали люди. С Сибири им везли и продукты питания, и уголь для топлива и дрова. Когда мы находили, они были уже разложившиеся с некоторые, потому что фронт уже был далеко. Москва тоже была на пайках, на голоде. Ну, в общем, нам говорили, собирайте, лазите там, с карманов доставайте. Документы самое главное, отнести, кого было возможно, а кого невозможно. Нам говорили, делайте там небольшие углубления и холмики оставляйте, чтобы потом мы могли найти, ну, оттуда извлечь или и положить всех в братскую могилу. Огромную работу одновременно выполняли железнодорожники по восстановлению разрушенных врагом станций и сооружений, локомотивных и вагонных депо. Мы, студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума, гордимся подвигами железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Постараемся быть достойными памяти и традициям работников стальных магистралей, доказывая это своей учебой и примерным трудом в своей будущей профессии.